Здравствуйте! Сегодня мы приготовим фасолевый салат. Он включает в себя минимум ингредиентов и минимум усилий. Приготовьте записывать рецепт. Для приготовления салата сырок нужно натереть на крупную терку. Фасоль отварить до готовности. Сухарики можете приготовить сами, можете заменить магазинами. Но так как этот салат любит моя дочь, то сухарики я готовлю сама, без добавок. Поместите все ингредиенты в миску, заправьте майонезом, посолите и перемешайте. По желанию можете добавить 1-2 зубчика чеснока.